часть скулит. Толя, я больше не могу. Молчи. Я видел сон. Мы убежим отсюда. Успокойся и потерпи. Эй ты, артист! А ну дуй за водой! Ну мы что, охерели, что ли? Что же стрелять? Стрелять! Дальше заходи! Лошадей. Мы убежим на них. Анатолий, я не смогу. Я никогда не ездил на лошадь. Не бойся, все получится. Толя, это безумие. В этих местах не выжить зимой. Мы далеко не уйдем. Дмитрий, я здесь родился. У меня здесь везде родственники и друзья. Они нам помогут. Я буду с тобой. Моя скрипка. Я не могу идти без нее. Знаю. Я все сделаю. Ты черт! Своих не узнаешь, что ли? Начальник.
А ты чего здесь делаешь, шабья морда? Извини, начальник. А ну, вали к себе обратно, в барак. Начальник, у меня к вам просьба. Чего? У меня к вам просьба. Какая еще просьба? Начальник, завтра 3 года, как я тут. 3 года в лагере. С юбилеем. Спасибо, начальник. Нельзя ли по этому поводу завтра сделать небольшой перерыв? У меня бутылочка водки, и я бы хотел ее выпить с вами. Ладно, подумаем. Лезь в свою будку. Начальник, тут такое дело. Мне бы хотелось, чтобы завтра Курилов играл на скрипке, а он не хочет. Как это не хочет? Не хочет. Говорит, что на морозе скрипка испортится. Ну, подделись! А ну, живо, живо! Не растягивайся! Ширише! Ширише! Быстрее! Не растягивайся! Сзади, подпидись! Подпидись! Скрипка, вперед! Начальник, разрешите мне идти с ним. Быстрее сделаем. Валяй, обезьянья морда. Но чтоб через час был здесь, а то пошлю за вами эту псину. Спасибо, начальник. А что ты думал? Белка будет ждать медведя? Вот, они еще здесь. Конечно. Здесь растет трава Чимай, любимая еда лошадей. Что? Испугался? Давай, повернись. Если хочешь далеко идти, повесь это на священное дерево. Почему? Стой здесь. Я пойду к ним.
сюда! Так что? Спокойно, спокойно! Не бойся! Вот твоя лошадь. Возьми немножко травы, дай ей. Да она тебя не укусит! Погладь ее. Сними варежки, сунь руку под грибу. Ну как? Тепло? Быстрее! Быстрее, мужик! Мне надо было взять одну лошадь. Я взял две. Должен оплатить. Духи сердятся. Толя, ты о чем? Возьми мой мешок. Там продукты, а также амулеты. Положи их вокруг моего тела. Обещай мне. Сделаешь. Бери это связь с духами. Оставайся со мной. Моя душа отлетит, когда упадет дерево. Да ты что, Толя?
Я знаю, что говорю. Я шаман. Знаю могущество духов.
тебе решать. Неплохо? Тебе не нравится? Мне вполне. Стой там. Подними руки вверх. Хорошо поел? Так это был твой заяц. Извини. Я заблудился. Умирал с голоду. Помоги мне. Я сейчас тебе помогу вернуться в лагерь, враг народа. Куда ты меня ведешь? Увидишь. Хоз? А какое твое дело? Там знают, что ты занимаешься браконьерством. Ты якут? Если ты якут, то должен знать, что раз этого зайца нашел я, на то была причина. Может быть, духи хотели спасти мою жизнь. Кто тебе сказал? Мой друг, якут, он был шаманом. Его звали Анатолий. Ты знал Анатолия Сергеевича? Мы были вместе в лагере. Он помог мне бежать. Он умер? Тело его умерло, а дух его свободен. Поезжай за мной, я помогу. Это и есть колхоз? Нет, колхоз отсюда 100 километров на запад. Это пастбище, где находится в зависимости от времени года от 1 до 3 месяцев. А лошади у вас есть? Нет, раньше я был конюхом. Но правление колхоза решило отказаться от лошадей, а заняться ленями. Говорят, их рога очень дорого стоят за границей.
У вас замечательный чай. И никогда не пробовал оленьего молока. Оно очень питательное. Питательное тем кобылье молоко. И куда же ты идешь? И думаешь далеко идти? Хочу вернуться к себе, в Москву. Москву. А чем ты занимался? Музыкой. Я скрипач. Кар, и ты скрипка где надо? Мама. Куттанама. Mm-hmm.
Олем бир бит ата дорын дойду туара тенгет ятти адинерене бин. Огам олем бир бит ата дорын дойду туара те. Кай тоддың ду, тарбаг курдугу тоддың ди. Мен уалым мен якана төлүй чугаты бербит. Бар дебет. Мен аяттагатым, бул жанып бытра, куссугун якалбытым. Куттанма. Сылгы якситен яка камеле хуага. Мане табатаңас, үлүйен өлүйеген, мане кет. Мане бәхәс бетін, бұдай дүгір аяннан тиергер көмілі хүйеге. А как же вы? Мен тие сирбер ити тухата хох. Алуак кат амарак болын. Дхие дайдум. Аламай күнім сырады. Илінде кеттен ити күнім хейгеге. Thank you.
Не здешний. Я давно в пути. И давно не ел. Я голоден, товарищ. Так давай садись, ешь. Правда, мясо не совсем прожарилось. Чудная у тебя лошадь. Не с места. Подними руки вверх и повернись ко мне. Обыщи его. У него должно быть оружие. Ты! Подними руки, я сказал. Не с места! Я знаю, кто ты. Ты тот самый беглец с лошадью. Тебя вся милиция ищет. За тебя большое вознаграждение дадут. Я сейчас... Папа! 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 Отпусти его! Что ты? Испугался? Не бойся. Это я. У всего, что тебя окружает, есть душа. Ты должен учиться видеть и уважать ее. Ты должен сражаться, чтобы взять у земли пищу. Дух не будет бегать соской за тобою.